Сейчас мы изобретем, блядь, подождите. Каска не пробита. А внутри? Залутано так, ну, неплохо. Бежим. В смысле, он пикает меня? Он слышал, что ли, меня? Ёб твою мать. Они просто целенаправленно пришли меня стрелять. Как будто это парист. О, вон чел бегает. Убегает по дорожке. Это музей как будто. Тут были. Да отстаньте, боты. Музей, да. Бля, это ко мне бот опять идет. Подох, что ли? Нет, где-то чел там какой-то. Вон он. И справа кто-то еще по дереву. Ага, справа чел убегает. Так. Блин, что, пробежал уже? Как будто голенький был какой-то. Это ж музей? Вроде музей должен быть. Да-да-да, он входябельный, точно музей. В смысле? Откуда ты знаешь, блядь, что я здесь? Ай, блядь, РГОха.
Возьми нормальную гранату в руки. С чего он взял, что я здесь? Грамотный игрок? Прокачанное зрение у него или что? Как он? Почему он догадался, что я тут? Гранату готовят. Минус. Там еще один. Можу повторить фокус попробовать. Слева еще оружие вскинул. Бля, неужели еще один слева все-таки? Слышите? Хотя вскидывает как бот, но может быть просто дурачок. Это вот ТВ-шка нам пойдет. Яна. Нет, игра, не лагай. Что это, девочка была? Так, насчет трупера, в принципе, я бы тоже забрал. Да, господи, игра, что ты делаешь? Все нормально. Там только талантливые могут найти. Может, там бот был? Нет. Там до сих пор ширкается.
Их двое, блядь, чат. Ай-яй-яй. Блядь, гранаток нет, жалко. Мне кажется, это тиммейты вот этих, которых я на улице убил на дороге. Блять, теперь мне интересно их убить, но у меня брони мало, 15 только. А где вот в это здание вход? А, подожди-ка. Блять, там бот мой лут ворует, пришел или чё? Как он нашел его там за газелью? Блять, ебаная лампочка вот тут меня может спалить, кстати. Этаже. И на первом тоже. Ой, ботик хорош зарашил его. Они победили бота, чат, они молодцы. Сейчас стамина восстановится. Тяжелый калашик у меня. Ну, второй уже вряд ли сейчас к окнам подойдет, правильно? А, что такое? Ай-яй-яй-яй. Закройся дверь, пожалуйста. Окей. Фига себе, лампочки грамотные. Не буян. Угу. Не буян, чат. Блин, специально обученная лампочка. Наш музей.
Я вот тут скину твое добро, пусть люди разбирают. Вдруг оно тебе вернется. Нам такого не надо. Пойдемте. Что получается? Пятеро, да? Вроде как. Кстати, какая-то Сашка же еще стреляла. Сашки я что-то не увидел ни у кого. В начале рейда в том районе Сашка выстрелила пару раз. Может быть, бот, конечно. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Тыньк. Вон он, бля, и пас его! Секретные материалы, чат. Двое разведок? Бро. За мной сейчас Хуанчонг прилетит, блять, с разведками.